Привет, Настя. Привет, Настёна. Хочу тебя поздравить с днем рождения в такой замечательный, прекрасный день. Желаю тебе счастья, здоровья, благополучия в семье, чтобы ты всегда оставалась молодой, красивой и жизнерадостной девушкой. Настя, поздравляю и я тебя с днем рождения. Рада, что ты появилась в нашей жизни. Теперь ты нам не только подруга, партнер и кума. Еще и твои дети напрямую связаны тоже с нами. Я искренне тебе хочу пожелать вот настоящего женского счастья. Да? Оно у тебя, в принципе, уже есть. У тебя есть двое замечательных детей, муж. И тебе осталось просто немножечко терпения, да, настойчивости, чтобы это все дальше приносило тебе радость и удовольствие. Желаю тебе любви. У тебя это тоже есть. Желаю здоровья. У тебя это тоже есть и будет, потому что ты уже знаешь, как сохранить свое здоровье с помощью наших продуктов. Потому что ты пользуешься витаминчиками Вэлл. Желаю тебе благополучия в семье. Желаю успехов, карьерного, стремительного роста. Ты все можешь, ты все знаешь, ты достойна. И у тебя все будет. У тебя будет не только уровень директора, будет уровень золотого, сапфирового и бриллиантового. Самое главное, верь в себя до последнего. Не останавливайся на достигнутом. Я желаю, чтобы все, что ты задумала, чтобы сбывалось, чтобы были в твоей жизни путешествия, чтобы были в твоей жизни покупки, которые ты захочешь, дом, квартира, машина, чтобы все это было. Но это в любом случае будет, может быть, не сейчас, но этого мы тебе желаем. Желаем, чтобы оставалась такой же, как есть, да, такой жизнерадостной, веселой. И желаем продвигаться дальше в бизнесе с нами, быть с нами. Мы тебя любим, целуем, обнимаем. Желаем, чтобы сегодняшний день прошел супер, замечательно, да, чтобы ты посвятила этот день в основном себе. Но от нас все искренние поздравления. Извини, что мы не приехали поздравить тебя лично, но мы, я думаю, это догоним в Анталии. Мы отпразднуем твой день рождения на лучшем уровне. Все, Настя, целуем. Пока-пока. Пока-пока.